Дарить жизнь людям. В Удачном открылась новая станция переливания крови. Строительство и финансирование объекта осуществлялось при поддержке Министерства здравоохранения Республики, администрации района и города. Этого события не только медики ждали, но и сами доноры. Ирина Балкова подробнее. Для более 150 постоянных доноров в Удачном это событие стало приятным подарком. Александра Бекетова – заслуженный донор России. Каждые 2-3 месяца она приходит и сдает кровь. Более 130 раз спасала жизни людей, говорит она. Лет 19 мне было. Мне хотелось сдать кровь, попробовать. Услышал много, спасая жизнь людей, а почему бы и мне не попробовать? Я пришла. Станция в городе открылась в 1999 году. Тогда и отпала необходимость доставки крови из Мирного для айхальцев и удачнинцев. Размещалась она на неприспособленных площадях. Несколько лет шли переговоры о необходимости нового специально оборудованного помещения. Решение принято. Строили, как говорят, всем миром. Долгожданный день настал. Это большая радость сегодня. Мы открытие данного отделения ждали не месяц и не год, а несколько лет. До этого оно находилось у нас просто в типовом отделении, так скажем так, не приспособленных площадях. И наконец-то вот было построено светлое, чистое, просторное, специализированное. Приспособленное отделение именно вот здесь, то, что мы сейчас видим. Медперсонал уверен, что желающих прийти и спасти чью-то жизнь будет больше. В настоящее время, как утверждают медики, в наличии имеется кровь любой группы. Самая редкая считается четвертая группа, но и здесь дефицита не испытывают. Есть у нас все группы, все резусы, все как положено, все есть. Поздравили коллектив отделения переливания крови с долгожданным событием представитель Министерства здравоохранения Республики, руководство Удачнинского ГОКа, администрации района, города и коллеги из Айхала. Ирина Балкова, Виталий Степкин, телеканал «Алмазный край».